Всем большой-пребольшой привет. Купили тумбу подвесную в светофоре. Сейчас хотим распаковать, посмотреть, что там внутри. Размер. Размер напольная она у нас, да? А что это подвесная? А, есть подвесная, есть напольная. Это подвесная. То есть ты ее на стену видишь. Ну да. Масса 11 килограмм, 300 грамм. Размер 900 на 330 на 260. Она сделана из ЛДСП, бюджетный вариант. Цена 1080, да? 1080. Там разные расцветки были или только белая? Не знаю, ты мне сказал белую, я увидел белую. Ну, я увидела тоже только белую. Вот она, самое главное у нас тут. Что-то ей так коробка эта приглянулась. И она аж прям вся. Сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Соберем это, мы взяли на кухню. У нас старая уже подставка. Как не подставка, тумбочка тоже, тумбочка под телевизор мы поставили, то есть она там ни к селу, ни к городу. И вот когда я увидела пост о том, что появились вот такие новые тумбы, сразу же позвонила Валере, говорю: Валер, возьми, возьми. Так она и удобнее будет подвесная, и да? Здесь что-нибудь можно положить. А ЛДСП, ничего страшного, МДФ не надо, как бы, ну у такое массивное, влаги нету. Туда, вода, ничего нет. Да. Ну вот, посмотрим. Вот такая гладенькая. Упакована даже нормально. Запакована хорошо. Белая текстурно, как у Сабеля. Ага. Вот. Так, сколов. Ничего здесь? Сколов нет. Ну, естественно, это не супер такая там. Ну, упакована-то, конечно, но для таких вещей, в принципе, почему бы и не... И да. Так я вчера смотрел в Мерлине лист ДСП белый, помнишь? Да. Лист ДСП, просто один лист, метр с чем-то там, метр 80 что ли был, на 60, 1000 с чем-то рублей стоит. Угу. А это готов уже нарезанный и кромки обработаны. Угу. Все, а, ну все, в наборе идет, да? Да, все, в комплекте идет. Болты, так я сейчас, может, соберу евро. Ну, она быстро, ну, собирается. На обеде. Валера вот на обед приехал. Все успеет. Ну, конечно, нужно максимально аккуратно, понятное дело. Здесь кромка или кронка, как она называется, не супер-пупер качество. Но, в принципе, без сколов такое плотненькое. Ну, за 1080 рублей это просто, я бы даже сказала, подарок. Даже такое, да? А супер качество? Нормальное качество. Простая ЛДСП. Кто-то кухню берет с ЛДСП. Ну да. Самые шкафы. Ну да. Это полочка. Чё? Эти кромки все обработаны. Лицевые, да, эти задние части. Угу. Здесь крепится, здесь не надо обрабатывать. Ой, мама пришла, намывает дочку. Так, ну и что идет в наборе у нас? Две вот такие вот длинные, это по 900, да? И это как под полочки. Ну, евро винты так же, как шкафы любые собираются. Угу. Заглушки даже беленькие. Угу. Ну, заглушки сейчас везде, а вон эти. Это кронштейны. Значит, видишь, я так понял. Угу. Надо посмотреть. Сюда эти берется палеты идут. Пластмассовые они. Внутри это железо. Угу. Ты крепишь на железо. Это чтобы декорации не видно было. Угу. Я так понял. И, наверное, вытаскиваешь сперва их, крепчай, посмотрим. Thank you.
Ну, вот так выглядит эта полка. Мы повесили на такую высоту, потому что нам так нужно. Вот. А по желанию можно повесить вниз, ниже и так далее. Кому как больше нравится. В целом, неплохая полочка. Хлипенькая, за 1000 рублей нормально. Нормально. Вот по сравнению с тем, что у нас было до этого, это даже, я бы сказала, замечательная полочка. В принципе, брать можно. Вот как у нас, например, на вариант. Я вообще здесь хочу в дальнейшем стеллаж. Ну, а так как есть такая возможность взять эту полку за 1000 рублей, почему бы ее не взять? Даже если она потом не будет служить как под телевизор, подставка, можно ее также как полку использовать. Да, тетрадки положить, книжки положить и еще что-нибудь. В общем, ее куда-нибудь можно будет в дальнейшем использовать. Найти и применение. Под те же инструменты не жалко будет. За 1000 рублей не такие большие деньги в наше-то время. В целом мне нравится, как и смотрится на кухне. Здесь можно поставить какой-нибудь декор в виде там зеленушечки какой-нибудь. А в инструкции, сейчас покажу. В инструкции также указано, сколько, где можно ставить. Верхние 5 килограмм, а остальные боковые по 3 килограмма. В принципе, довольно нормально. Но все равно ее здесь чем-то заставлять как-то не очень будет красиво. Что-нибудь такое больше для декора. Вот такой обзорчик у нас получился. Здесь есть, конечно, такие как бы косячки, вот когда уже в процессе. Вот, например, Валера хоть и закручивал здесь, вот видите, как вот такое вот все. Кромка. Или как она правильно называется. Но у меня теперь задача вот это все разобрать, куда-нибудь все это сложить, тумбочку эту убрать, тоже расположить, найти какое-нибудь место для нее специальное. В общем, будем думать, куда это все поставить. В итоге поставила пока сюда. Не знаю, может быть, на второй этаж попозже отнесем. Ну, в любом случае, попозже отнесем. Надо оттуда все вытащить, все посмотреть, что выбросить. Ну, в принципе, выбрасывать нечего. Распределить по другим местам. Единственное, у меня там семена, но они, наверное, там так и останется, коробку с семенами. Вот, поэтому уже пока стоит здесь. Уже наступил вечер, вечерок. Элиза пришла с детского садика. Муж вышел в отпуск. Настя отучилась, 5-ки принесла. Мы с Валерой сейчас тоже проехали. Настя у нас... Поставьте на стол. Че, Валер, как у тебя отпуск? У тебя уже все начался, да? У тебя так-то 6-го. Ты помнишь, да, у тебя ведь еще 2 дня. Элиза говорит, нам все по ней соскучились. Задушили. Чуть не задушили, так обнимали ее. В общем, довольная. Настя тоже 5-ки получила, да? Молодец, точно. Да. Сегодня был диктант. Да. Диктант. Ну еще результат не сказали же. И по чтению у нее 5-ки. Поэтому я решил, что пока в отпуске, она будет мне сказки на ночь читать, чтобы я засыпал. 5-ка же по чтению. Да? Сейчас с Валерой тоже проехали в магазин. Не буду, они там телевизор смотрят. В общем, Настя, у нее кроссовки уже все. Поехали в магазин посмотреть кроссовки на физкультуру. Сейчас покажу, в чем проблема. Ну, это вечная проблема таких кроссовок, естественно. Ну, хотя мы еще покупали, думала, подороже, получше, но нет, нет. Видимо, они там очень сильно спортом занимаются. И нету вообще никаких кроссовок нормальных, вот, в которые мы проехали. Думаю, ладно, Настя, уже возьмем такие. Сейчас покажу. Вот такие вот простые кроссовочки. Легенькие, маленькие. Ей не особо, конечно, Насте нравится. Я говорю, Настя, ну нету выбора, ты же сама же видела. На рынок не стали, уже все опоздали. Я говорю, давай, потому что папа будет делами заниматься, нам некогда будет ходить. В общем, взяли вот такие вот кроссовки. 670 рублей. Я говорю, давай дешевые возьмем, мы тебе уже взяли. Вон, более-менее такие дорогие. Вон, что с ними случилось. И с ними случилось что? Вот эта вот клепка, она их сильно натягивает. И вот эта вот железяка, она сломалась и где-то у нее потерялась. И, в общем-то, вот теперь в новых будет ходить. И взяла недорогие, говорю, ну а что, вот посмотрела, они легкие, нормально, хватит ей до конца года. Может, если нога не вырастет, то еще хватит
на лето, например, таскать. Нет, так и Лиза может захочет носить, подрастет. В общем, хватит, нормально. И Лизе взяла варежки, мы ж так варежки-то и не нашли, которые в детский садик опять. И вот взяла с длинным, вот с этой длинной резиночкой. Сегодня пришла мама, старые варежки ей одела. Говорит, мама, мне было холодно, у меня туда снег попадал, и вот поехали, думаю, сразу же возьмем. 180 рублей эти варежки там сзади, внутри такой, как мех, вот такой. Ой, неудобно, вот так. Ну, тепленькие варежки. 180 рублей, потом взяла себе носочки Вити, Nike взяла я себе, да. Adidas я взяла себе. Считай почти, что натуральные за 50 рублей. 50 рублей. И еще вот такой вот лонгслив, свитер, водолазка Насте в школу. Потому что у нее тоже уже такие все как-то изношенные, застиранные. Уже это пора новенькое такое что-нибудь приобретать. Ну и цвет ей то, что идет очень. Потому что все говорят, что я Барби. Барби. Заехали с Валерой в строительный магазин. Купили герметик, жидкие гвозди, я так поняла. А, нет, это герметик. Вот, монтаж, вот это вот жидкие гвозди. Супер сильный МБ-70, чтобы клеить панели. Вот эти 3D-панели в ванную комнату. Две штуки, не знаю, хватит, не хватит, но взяли, однако. Дальше. А, вот это вот герметик, это чтобы мне на фартуке, вот здесь же у нас... Я же не захотела вот этот уголок. Здесь вот такой вот силиконовый прозрачный проходишь. Ван, душевые системы, кухни, окна. И лопаточкой туда водичка уже не заливается. Да? Ну и, конечно же, взяли на время, временно, долговечно, ручку. Ручку в туалет. Держи. У нас всю ручку сломала Элиза, она висела. И, в общем-то, она не работает. Я Валере говорю, давай возьмем вот такую простую. Они, как у бабули. Да, 450 рублей. Как бы вот здесь она не закрывается, просто чисто открывается и все. Не подходит, но просто тех ручек в Аглино нету. И мы в Леруа Мерлен тоже не посмотрели, которые у нас уже есть. Поэтому уже говорю, давай хотя бы это возьмем. Ну что мы мучаемся с этой ручкой? Здесь все на наборе. Ну, такой самый этот, дешевый. Мне вот это попалось, как будто бы это знала кто я. Королева. Да. Королевишна. Настя зашла сейчас сюда, пока стулья поставила. Так места сразу много стало. Я тут приехала, штаны свои сняла. Вот. Вообще. Маме позвонила, тоже как раз мы когда были в магазине, позвонила маме, говорю, мам, вот так и так в светофоре такой вот тумба. Я говорю, ее можно и в коридоры, хоть куда. Сфотографировала, прислала, я говорю, за 1000 рублей вообще, пусть будет, пусть будет. Она говорит, конечно. В воскресенье, это получается, у нас сегодня пятница, послезавтра мама приедет, так как в понедельник 6 числа маме нужно на флюорографию, и вот уже с Алешей Валера в воскресенье маму заберет, и сразу же, скорее всего, возьмем, купим. Еще мы записали маму, по-моему, к терапевту, если не ошибаюсь, или к хирургу. Хирургу, по-моему, записали. Вот, и мама сразу же купит, потому что мама хочет стенку, вот кто смотрит, знает, у мамы же там стенка стоит, она эту стенку старую хочет убрать. Она, я ей показала, она говорит, мне такая не подойдет, если я поставлю к стене, прикреплю, мне телевизор не будет из-под этой стенки видно. Я говорю, мам, ну все равно же ты ее хочешь, планируешь все это убрать, все поменять, пусть будет, даже если она тебе сейчас не нужна. Даже если в будущем, в принципе, она ей не понадобится, может, она какую-нибудь другую стенку захочет. Все равно, как полочка, как еще что-то, ну, вот какой-то оргокосметику девчонкам поставить, например, в комнату куда-то повесить, книжечки расставить, составить. Я говорю, очень даже классно. И вот мама, да-да, Алвин, обязательно так и сделаем. И вот ждем маму уже, она приедет и проедем, и возьмем. Еще Валера взял сразу же грунт, привезли 158 рублей. Как-то неохота мне переплачивать за землю. Но еще у меня помидоры, которые у меня там, я сажала-то, балконное чудо. Нифига не чудо. Ничего не выросло у меня. Ну, то есть помидорка стоит. Ну, неправильно я их посадила. Вот тоже надо выдернуть, убрать. У меня еще 10-литровое ведро есть воды. Ой, земли. Так что насчет этого я не переживаю. Вот такие вот дела.
На, бери, Барни. Мам, я сделала Дим-Димыча. Дим-Димыча? Да. Ну, Настя хочет? Не знаешь? Пусть тут оставят. Ну, конечно. Открыть сможешь или помочь? Нет, давай я открою. Не надо, зубки портишь. Дай, нет, нет, ты их сейчас раздавишь. Давай лучше мы нормально откроем. Ну и все. На этом буду завершать свой влог. Так у нас день и прошел. Сейчас, наверное, с Валерой включим какой-нибудь фильм, посидим, посмотрим. Настя с Элизой пошли, поднялись на второй этаж, будут засыпать. Не знаю, во сколько заснут, но будем надеяться, что быстро. Потому что хочется немножко отдохнуть. И вообще, я очень устала за эти два дня, конечно. Вчера магазины меня выматывают, просто выматывают меня. Это всегда так было, я долго не люблю по магазинам ходить. Мне быстро, мне кажется, потом мне еще отдохнуть надо после этого. Я как будто бы не знаю, сколько дел сделала, переделала. И после огорода так не устаю, между прочим, как я от магазинов устаю, от этого движения. Желаю вам, конечно же, прекрасных выходных, хорошего настроения, отдохните. А отдых самое главное. У нас, не знаю, как получится отдохнуть, не получится, навряд ли. У меня-то, может, и получится. Валера в отпуск вышел, у Валеры дела в ванной. Он сам предложил, я не заставляла. Я только говорила то, что я хочу видеть в ванной комнате. Вот, желаю вам отличного настроения, конечно же. Хороших, близких людей рядышком, чтобы все были с вами. И мира, мира, конечно же, на земле, в душе, да. Так что всех люблю, целую и обнимаю. Пока-пока.